заработал в Майнкрафт. Сейчас пойду наверх и на солнышке покажу. У Дамирочки заработал какой-то командный это блок. Это очень священный блок, для, чтобы читы использовать. Вот он, командный блок, я лечу. Слушай. Я X-Ray. Можно было сходить сквозь стены. Это чит, чит для читеров. Угу. Да здесь я, куда я делаюсь? Прекрати это спрашивать. Друзья, мы с Дамиром сделали кубки, идем. Домой поднимаемся уже, после школы сегодня последний день. Учебный в школе. Вот. Перед каникулами. И вот мы идем домой. Зашли в спар, хорошо, сделали покупки. Я взяла Red Bull, сейчас покажу покупки вам с ним. Взяла Red Bull, потому что вин надо, я крыла. Вот. Володя уезжает в командировку, я думаю, крыла ему понадобится, чтобы взбодриться, бодрить тело, бодрить дух. Вот. Фу, что плохо. Бодрить тело, бодрить дух, Red Bull, поэтому я взяла Red Bull. Все, смотрите наши покупочки. Вот. Я взяла Володьки, чтобы он спал там, где по дороге, в командировку. Ой. С ним ушло, давай. Нет. Развод от нее. Так, где подкачу? Куда наделась? Что-то плохо видно? Что там осталось? Понял. А, вот она точка. Нет. Пойдем. За это? За это? За это? Всем доброе утро. Отвела Дамира в школу. Теперь это домой работать. Володя сегодня дистанционка продолжается. Пасмурно сегодня, пасмурно. Моросить дождь, что можешь. Да я люблю такую погоду, если честно. Как-то загадочно. Как мрячно, как говорит моя бабушка. Она мрячна сейчас. Вот. Всем хорошего дня. Да, мы пришли. Давай. Снимай перчатки. Не, не снимай, будешь у них бороться. Ну давай, как мне играть? Доволен. Все? Счастлив? Нирыч, прощай. Все, 150 написано было, не знаю, что это. Зачем? Все уже. Все. Это одна игра, ты уже ее отыграл. Пойдем. Да, пойдем. Господи. То приложение Теле2 открывается, то еще что-нибудь. Лаками того накатал. Ладно, открывай свой ресторан, я пошла. Я говорю, что у меня Теле2 приложение включается, то еще что-нибудь включается, то телефон просто не хочет записывать. Давай, давай. Иди сюда, не сломай. Не сможешь, нет, не попадаешь, там, проходи. Проходи, пожалуйста. Новая любовь, очередная книга с Майнкрафтом. Ты знаешь, покупать их в фикс-прайсе оказалось в 2-3 раза дешевле, чем на Озоне. Да. Если в фикс-прайсе они стоят, ну, я понимаю. Дамирочка, я все понимаю, я тебе сейчас все дам, от головы, от всего, от всех мест сейчас все дам. Купила, короче, лак себе для Нарфейса, что думаю. Ну, они тоже, ну, они офигели, сейчас цены тоже для офигели. Я, короче, сижу такая салатик, если я не взяла салатика. Кончики. Что-то Дамир первый раз как-то не ел, говорит, они невкусные. Откусил там, не ел. А сейчас они мне так понравились, еще луковую чабату взяла две. И эту сыром. То есть толком ничего не взяла, да? А, и стики. Короче.